это мы находимся на рынке. Мы вчера нашли местечко, там, где цены еще подешевле, чем здесь. Ну, вроде выглядит все симпатично. Сегодня я покажу, где находится это место. И мы туда сходим, покушаем. Здесь мы съели только салатик, а туда пойдем есть что-нибудь другое. Здесь, что ли? Давай пойдем сядем на меню, да. Скорее есть. Ну, сейчас он даже делает. Свободное выхание даже есть. Что это? Wi-Fi? Ну, хорошо. Вот у них, ну супка-то у них. Вот эти всякие штуки. Вот это дешевле. Давай две такие закажем. Или одну такую, одну, к примеру, такую. Ну, я хочу только такую. А вот это, видишь, тоже что-то с чем-то. Сейчас посмотрим. Окей, сейчас. А, можно... Паттай? Можно один паттай, одну тут взять. Или, к примеру, вот, а, нет, это дорого у нас. Или вот такую штуку, смотри. Вон тебе съесть. О, нифига, ананас. Рис. Это что? Это вот из папайи типа. Есть подешевле. Вот это куриные крылышки в фритюре. Я, может быть, тоже съел бы. Вредно. Знаю. Нет продукты и капсулы. Окей, да. Ну что, сейчас закажем? Ну пойдем сядем и закажем. Решили заказать вот эту штуку, курицу. Да, здесь жареные куриные крылышки. This one. And this one.
Did А что хочешь? А свинину будет спасибо. Pork. Окей. Okay. Решили это то с свининой. Schnitzel. Окей, schnitzel. Yes. Принесли нам курицу, давайте сравним с картинкой, да? Здесь получается 5 штучек. 6. 6? А где-то видишь? А, да, 6 штучек. Давайте сравним с картинкой. Смотри. Сколько здесь штучек? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. А здесь 6. Да. Сейчас спросим. Это называется обман. Когда здесь вот так, а здесь так. А здесь ничего не написано. Куриные крылышки. Вот. Подешевле, подешевле. Вот тебе и принесли. Ну как-то странно, да? Блин. Напоминает Малайзию сразу. Why here? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maybe you should write? Но цим-цим. Будешь руки вытирать? Улыбается такая была. Интересно, будут они что-то делать с этим или не будут? Сейчас посмотрим. Цим-цим это значит одинаково. Слушайте, ну вы либо напишите здесь тогда, что 6 штук, а не 9, правильно? Либо кладите больше. После этого мне хочется есть. Мне тоже хочется отсюда уже уйти. А, вроде бы Павел скажет, что еще дополнит. Ну, просто тоже как-то не особо. Это получается, что сейчас ты увидишь одно, а тебе сейчас принесут другое. Ну вот, вот такого в Малайзии практически везде. Ты всегда на это натыкаешься. Всегда. Почти, наверное, 100%, да? Ну вот один раз мы нашли нормальный день. Ну это говорю, это вот больше, наверное, о Куала-Лумпуре, да? Ну да, ну то есть найти очень, ну ладно, хорошо, 98% соответствия. Остальное всего так же не соответствует, как здесь. Ну, она же видит, что я пишу это все на видео. Посмотрим, как это будет разруливать вопрос. Вроде как добавят, вроде бы сказали. Как заведение. Да, ну я считаю, что это прямой обман. То есть количество должно, наверное, соответствовать, нет? Или не должно, мне вот это интересно. Конечно, я бы, наверное, 6 штук бы и не купил. Может, пока их не есть, мы пока их отложим. Если они не присутствуют, мы попросим просто это убрать тогда, и все, нам это не надо. Это же примерно то же самое, что вот стоит 90, да, а я просто заплачу 60, а не 90. Если здесь 90, получается, здесь каждая штучка стоит 10. Значит, я могу заплатить 60. То есть по факту, да, и тоже улыбаться, сказать, ну, у меня просто больше нету. Такие вещи мне, конечно, не нравятся. Вообще таких вещей быть не должно нигде. Да. А вот и порция. Давайте сравним, что с порцией у нас. Сейчас будем смеяться. Говорят, скупой платят дважды. Ну, я не считаю, что это скупость, потому что ты ищешь. Но здесь порция хорошо она. Ну, в принципе, желание сюда больше не приходить есть.
Это можно есть. А с курицей я не понимаю, что делать. А вот и курица принесли. Here. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Yes? One, two, three, four, five, six, seven, eight. Why you here? Если бы я был хозяином ресторана, и у меня была такая картинка, и другой у меня не было, я бы просто здесь написал 6 штук. Все, вопрос исчерпан. Зачем так обманывать? Мне непонятно. Давай мы тут сидим тогда или что? Смотрите, две донесли, еще одну, интересно, принесут. Давай это будем. Потом, а там, по-моему, в пути есть 7-11? Купим что-нибудь 7-11? Хорошо, что мы много не заказали, я вот что думаю. Вот так вон. Короче, когда приходите в новое место, никогда не заказывайте сразу много. Никогда. Закажите чуть-чуть и попробуйте вообще качество еды, количество посмотрите. Если вам нравится, заказывайте много. Но первый раз заказывать — это, ну, большая ошибка. Можно просто пролететь и со вкусом, и с количеством. А потом? Я не против, если они это заберут и все. В принципе, настроение немножко из-за этого упало. Ну да. И, кстати, есть крылья, а есть вот части этих крыльев. Надо писать, наверное, части крыльев. Ну, там видно, что это части. Вот один мой друг, он придирается, потому что я докапываюсь так. Ну а как тогда устанавливать вообще справедливость между покупателем и продавцом? Они же тебе не бесплатно задают. Да, тебя же обманули. Ты же смотрел, только заказывал по картинке. А если тебе вообще тогда кусок сырой курицы вынесли, тоже нормально? Я не знаю. Я считаю, что нужно об этом говорить. Если не говорить, так качество никогда расти не будет. Если люди хорошо делают, надо говорить про них хорошо. Если плохо, надо говорить про них плохо. Ну, не про самих людей, а про их качество, насколько они своему делу подходят. Просто такие люди не должны присутствовать на рынке. Вот и все. Они занимаются не своим делом. Раз они делают это плохо, значит, они не любят это дело. Значит, они занимаются не своим делом. Может, им не готовить нравится, я не знаю. Да, может, им лучше лодки в аренду сдавать. Или я не знаю, столы делать. Ну, то есть, профессий-то много. Зачем заниматься той профессией, которую ты не любишь? Они же есть другие профессии, там, где тебе будет хорошо. А это мне не нравится, конечно. Ну да, это прямой обман. Да, кстати, первое место действительно в Таиланде, которое мы нашли, где нас реально обманули. Потому что по-другому это не назвать. Но это такой неправильный шаг. Неправильный. Если вы находитесь еще не на главной улице, мне кажется, если бы я был ресторатором, я наоборот привлекал больше, чтобы они еще больше друзей притащили. Вот я же хотел на Ютубе написать, что нашел место дешевле, идите сюда. А теперь я уже не хочу говорить, что сюда идите. Сюда не идите, вас здесь обманут. Можно только ради прикола прийти, заказать эти крылья и потом потребовать больше. У меня сейчас предположение, что они продолжают готовить курицу. Спасибо большое. Thank you. Вот вам. Вот теперь совпадает. Кто-то меня будет ненавидеть. Вот какой человек. Все, нам вопрос закрыли.
Так что можно будет сюда и, наверное, еще раз прийти. Хотя, честно говоря, желание приходить сюда не хочется. Все-таки уже настроение не то. Все подпортили немножко. Ну, хотя бы устранили. Устранили обман. Вот этот салат, как тебе? Ну, и не салат, а вот эта еда. Вкусно. Вот такой вкусный, как там, только его мало. От 1 до 10 какая с оценкой? Может быть 8, потому что мало здесь. Мало, да? Ну, ну это хорошо. Ну, сейчас посмотрим, что с курицей. Сейчас я попробую. Мне он кажется суховатым. На рынке мы покупали, он был, не был таким сухим. Курица немного суховата. Ну, не знаю, я вот этой ставлю, наверное, шестерку. Все-таки на рынке намного вкуснее. Здесь суховатое мясо, здесь, ну, мало соуса. И порция очень маленькая. А лапша вкусная. Ну а курица тебе как? Нормально. Достойно? Сейчас попробуем. Чем мне нравится Тася? Или она прозрачная? Или вообще, ну да, мне тоже показалось, что у них отсутствует желание испортить себе настроение, в принципе. То есть они все пытаются сделать для того, чтобы это настроение у тебя осталось хорошим. Курицу не прожарили, да, если честно? Ну, я вижу, да. Немножко. Немножко она в крови. В целом нормально. Ну, курица может поставить семерочку. Смотрите, вот что такое тайцы. В Малайзии такое мы не встречали. Они просто дали нам бесплатно вот это вот. Да, то есть они настолько не хотят, чтобы мы держали обиду на них. Они нам просто бесплатно сделали подарок, да? Как свое извинение. Это, конечно, очень приятно. Что, хватит? Надо спросить, бесплатно вообще? Ну вот это, конечно. Это, конечно, приятно. То есть тебе принесли даже больше, чем ты ожидаешь. Вот такой весь талант. Он на самом деле дает тебе больше, чем забирает. И такие случаи — это исключение скорее. В Малайзии все наоборот. Точностью, да, наоборот. Хотя рядом две страны находятся. Это удивительно. Спасибо. Thank you. This free? Yes. Thank you. Ну что я могу сказать? Вывод такой, что когда вы снимаете все на камеру, человек меняется. Потому что они видят, что я их снимаю. Я снимаю их лица, делаю обзор. Они видят это, что это позорно. И они понимают, что... Хотя вот это они вообще не должны были делать. В принципе, они сейчас, ну, нормально все делали. А вот это уже как бы... Это извинение. Ладно, извинения приняты. Спасибо. Все-таки я люблю Таиланд. За их лояльность, они реально лояльны к людям приезжающим, добрые. И дождь пошел.